Бокал, бокал. Ну как вам ощущения, ребят? Прекрасные ощущения, я уже пьяная шампанского. Вот. Самое сложное было задуть свечу. Да. Я вообще много, очень много времени потерял на нем. Дмитрий, а вы сегодня ели? Я ел. Что самое интересное, очень плотно. Я просто в спортивном режиме, как бы, понимаете, да? Пять раз в день. То есть вы очень тяжело, и это сегодня был шестой. Скажите, что ты делаешь? То есть оливье в вашем рационе присутствует? Да, немножко как бы это... В том смысле, то, что немножко напряжено было, не запланировано даже. Вот так скажу. Может, повторим? Толик, вы были так близки к победе. Да, проиграл. Что Толик сегодня от бабушки. А я тоже был близок. Послушал просто заранее. Вадим до сих пор. Да вы до сих пор близки, конечно. На самом деле, я думал, что Вадим победит. Мне кажется, он до сих пор сам так думает. Он так внушительно смотрелся, я думал, сейчас все. Я уже не надеялся просто на победу. Я тебя говорил, Грег. А, да, кстати, он... Нет, кстати, спасибо моему другу. Который отказался играть. Да, вот личные рубашки, который подтолкнул меня на этот сумасшедший... На этот сумасшедший подвиг. Как вы потратите свой пенсию? Если ты, блин, я куплю квартиру. Куплю машину, квартиру. С магнитофоном. Наконец купе. Евро купе. Диснейленд. Да, 2 евро куплю. Если хватит. Вот. Ну и оставшиеся деньги подарю, наверное, людям, которые окружают меня. Моя вот вообще атмосфера здесь сумасшедшая, классная. Обожаю. Спасибо, что не болели за меня. Вот. Кроме этого человека. Ну, друг. Я еще. Отлично, ребят, но вы теперь чувствуете, что вы подготовлены к Новому году? Да, я готов. О, я уже, да, я уже, я думаю, уже есть не буду больше. Уже хватит, все. Еще надо посмотреть, как этот салат еще внутри там будет. У меня чувствую себя. Будет. Ну, вот, я понимаю, просто понимаешь, как бы, сначала салат, потом мандарины. Потом, короче, шоколадный торт, вообще немножко дисбаланс какой-то между едой. Похвастай, что ты сам готовил. Да, салат сами делали. Вот этот человек. Да, салат замечательный. Вот этими вот руками. Лучше, чем с шоколадным Дед Мороз. И не победил. Ну, спасибо вам, ребят. Приходите еще 30 денег побольше. Учитывайте, что инфляция. Вадим не успел. Давай, реально, возьмем.